Учреждение Центрального совета экспертов при ВСНХ, 18-й год. Вторая арабская разработка плана, аббревиатура ГОЭЛРО, 1920 год. Это план электрификации России, государственный план электрификации России, ГОЭЛРО. Третье. Активное выдвижение членов партии в руководство наукой. С конца 20-х годов это. Подчинение Академии наук Совету народных комиссаров, 33-й год. Восстановление системы ученых степеней и званий, 34-й год. Четвертое. Естественные и технические науки. А. Наука. Ядерная физика и электроника. В скобках Семенов, Капица и Оффе. Математика. В скобках Виноградов, Келдыш. Физиология. Ну, физиологию наверняка вы знаете, на самого известного нашего физиолога, который опыты на собаках ставил. Физиология. Павлов. Биология. Вавилов, Прянишников. Химия – Лебедев, геохимия и В. Вернадский. Я даю инициалы, потому что сейчас я объясню про Вернадского. Три ученых носят эту фамилию – дед, отец и сын. Вот самые известные из них – это В. И. Вернадский, Владимир Иванович Вернадский, геохимик. Его сын – Георгий или Джордж Вернадский. Джордж, потому что он уехал в эмиграцию и работал в Соединенных Штатах. Но вот очень интересный человек, практически неизвестный у нас, это Иван Вернадский. Он был специалист по статистике, и в 1854 году он написал потрясающую работу при восхите всяких Бжезинских и прочих. Называлась эта небольшая работа «Великобритания и политическое равновесие в Европе», где он впервые, не употребляя этого термина, сформулировал идею анаконды. Анаконда – это британская стратегия окружения России, вот как змея сдавливает. Вот. В 1878 году работа была переиздана. Работа очень сильная. Так что вот три вернадских истории. Но тот, о котором мы говорим, это Владимир Иванович Вернадский, геохимик. 28-й год. Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина была создана. 33-й год. Реактивный НИИ, то есть НИИ, который занимался проблемами реактивных двигателей, реактивных самолетов и так далее. 33-36 годы. Первые советские ракеты, точка с запятой, дрейфующая станция «Северный полюс-1», точка с запятой, беспосадочный рекордный перелет Чкалова, Громова, Коккинаки. Б. Военная техника. Самолеты. Туполев, Ильюшин, Яковлев, Лавочкин. Туполев, Ильюшин, Яковлев, Лавочкин. Танки. Котин, Кошкин, Морозов. Артиллерийские орудия и минометы. Иванов, Петров, Грабин. Автоматическое оружие. Дегтярев, Токарев, Шпагин. Пятая арабская. Гуманитарные и общественные науки. Точка. Философия. А. Разгром экономической науки, в скобочках, Чаянов, Кондратьев. Б. Разгром школы Покровского в истории. В. Создание новых институтов в системе Академии наук СССР. 36-й год – институт истории, 37-й – философии. Г. В кавычках, краткий курс истории ВКПБ, 38-й год. Это был написан краткий курс, в котором уже излагалась такая про-сталинская точка зрения на всю историю большевизма.